Таразе состоялся внутриклубный турнир Rising Star 2021 по спортивным бальным танцам. Сколько юных танцоров приняло в нем участие и по каким танцевальным направлениям они соревновались? В материале Ринали Рахматуллина. Танцевальные кружки и спортивные секции – вклад в будущее страны. Благодаря утверждению методики подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа, посещать их стало еще проще. Учитывая это, Федерация танцевального спорта и современной хореографии Жамбылской области организовала внутриклубный турнир Rising Star 2021. Данное мероприятие у нас проводится впервые, то есть это первое наше внутреннее мероприятие, внутриклубный турнир. У нас более 150 участников, наших участников с нашего клуба 129 человек, и все остальные нас приехали поддержать с города Алматы, Шымкент. Есть категория «Дети». Дети 2014-2013 года, ювеналы 1, 12-13, ювеналы 2, 11-10 год и юниоры – это дети от 12 лет и старше. Программа турнира была разделена на две части – европейскую и латиноамериканскую. За выступлением следили опытные судьи. Что касается участников, то они были весьма рады показать свое мастерство. Система оценки на данном турнире идет в двух категориях. Это система Session, это детки, которые занимаются первый год, и система Skating. Они оцениваются по-разному. Вот. В системе Session оцениваются музыкальность, линии тела, исполнение хореографии. Занимаюсь спортивно-бальными танцами 2,5 года. Я этим занимаюсь, потому что я перепробовала много танцев, но этот самый веселый и самый интересный. Мне все нравится. Думаю, продолжать заниматься танцами. Хочу сделать это своим хобби. Выступления юных участниц турнира проходили в спортивном комплексе «Тарас-Арена» имени Жаксылы Каушкимпирова. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками. Риналь Рахматуллин, Тлеукабыл Саржанов, Жамбыл Ньюс.